жителей Правого берега появится новый сквер между улицами Самаркандская и Джаурская. Поддержал необходимое строительство маслихат города Темиртау. Уже сегодня начались работы по очистке территории от мусора и сухостоев. Сегодня проходит большое историческое событие, это для Правого берега. Я думаю, старого города вот закладывается такой большой сквер. Сегодня уже идут работы. Проект двухгодовой. В этом году стоит задача полностью избавиться от мусора. Вот это обращение было абсолютно на всех собраниях, на всех встречах с жителями Правого берега. Поэтому я думаю, что это большой прорывной проект по благоустройству, по досугу и молодежи, и детей, потому что здесь будут предусмотрены и детские площадки, и для подростков площадки, и специальные зоны отдыха, прогулочные зоны, велодорожка. Я считаю, что это необходимый и важный проект для старого города и Правого берега. В рамках этого года планируется провести земельные работы, вывести контур и подготовить дорожки к тротуарам. По проекту территория сквера будет засажена деревьями. Будут также цветники и газоны. По словам специалистов, все работы согласуются с местным самоуправлением и жителями района, что позволяет учесть все пожелания. Но мы, как жители, очень рады. Мы рады, что эту территорию освоят, что не будет мусора, будет порядок, что ее передадут на баланс ЖКХ, что будет, наши детям будет где играть. Ну, как мы очень рады, нас это очень радует. Мы ждали эту площадку 5 лет, разрабатывался проект, мы переживали, очень много ждали. В общем, мы безумно рады. Спасибо большое. Занимается благоустройством подрядная организация ТО и КАС. Стоимость работ по договору составляет 423,5 миллиона тенге. Срок реализации проекта 2 года. Юлия Щурова, Жахангир Куанышбаев, Новости Темиртау.